В центральной городской больнице Дербента впервые в Южном Дагестане открылся анонимный кабинет для наркозависимых и больных алкоголизмом. В диспансере оказывают специализированную медико-санитарную помощь 12 районам Южного Дагестана. На сегодняшний день на учете состоит 325 человек, из них 99 ВИЧ-инфицированы. Помощь специалистов можно получить анонимно. Наркологи надеются, что это привлечет больше желающих избавиться от смертельного пристрастия. Это анонимный кабинет, ты здесь приходишь, лечишься, а тебя никто не знает. То есть пришел, анонимно вылечился, и все, никаких проблем. Здесь можно и оставаться, если кто-то со стороны приезжает, могут оставаться здесь, лечиться, не выезжая отсюда. То есть вылечившийся, возвращаешься домой.